Дорогие зрители, я приветствую вас на нашем канале. Мы знаем, что вы каждый день смотрите наш канал, поэтому стараемся делать для вас как можно больше новостей. Стало известно о том, что ушла из жизни российская певица, заслуженная артистка Российской Федерации. Об этом даже сообщил министр культуры и духовного развития. Природа одарила нашу певицу красивым голосом. Певица выступала не только на подмостках музыкального театра, также выступала неоднократно и в Кремле, говорится в сообщении. Она родилась в 1954 году, окончила Якутское музыкальное училище и вокальный факультет. Имя известной российской певицы Нина Чигирёва сообщается о том, что она скончалась в карете скорой помощи. Оставайтесь с нами и смотрите наши новости каждый день и только у нас, друзья.